Ребята, что это за тачка? Здесь какой-то один гигант тянет эту тачку, а на тачке сидит один с вилами и один с помидорами, и он просто трясется, он жмет газ, давай, смотри, он газует, получается, это как будто педаль газа. Давай, давай, дави, дави их, дави, давай, чувак, этот помидорами еще бросается. Ух ты, ребята, вот это у меня водило. Давай, давай, давай. Сейчас всех передает здесь. Я управляю этой тачкой. Уху, погнали давить всех. Давай, давай, давай. Всем привет, ребятки. Вы на канале Cool Games, и я снова с вами. Сегодня, ребята, мы продолжим наше безумное сражение в игре Tabs. Также я вам покажу еще несколько новых юнитов, ну и думаю, мы наконец-то уже их затестим. Ну что ж, ребят, давайте начнем. Компания, здесь у нас вот осталась самая последняя карта. Кстати, здесь, как я понял, произошло какое-то обновление и добавилось много чего интересного. Не знаю, было ли раньше, но сейчас можно самому управлять юнитами. Одним из юнитов. Итак, ребят, сейчас мы находим на этой карте новых бойцов. Вот, смотрите, топорик. Торчит топорик. Давайте посмотрим на него. Так, давай. Кого нам тут дадут? Ну же, бамс! И это какой-то экзекуционер. Короче, с топором чувак, который, раньше отсекал голову, я так понимаю, да? Так, хорошо. И здесь, я не знаю, вроде какое-то дерево должно быть. Да, вот. Так. И здесь кто у нас? Гигант? Деревянный какой-то гигант с деревом? Что? Ничего себе, сразу два юнита. И мы будем сражаться против армии рыцарей. Смотрите, какие они крутые. У них есть доспехи, мечи. И их не так-то будет просто победить. Ну что ж, давайте мы все-таки попробуем это сделать. У меня есть 1500 деньжат, я могу сейчас использовать... Нет, я пока что не могу своих секретных юнитов использовать. Но вроде бы дальше я уже это... следующих у нас получается... На следующих картах я смогу их использовать. Поэтому пока что без них обойдемся. И нам... Мне дают вот этих фермеров, да? Подожди, у меня фермеров никогда не было. Ничего себе, ладно. Так, с вилами чуваки есть. А вот это кто такие? Давай поставим, посмотрим. А, это типа у них броня такая, да? Хорошо. Давайте соломенных двух поставим. У них есть вилы. А вот это... Это обычные бойцы с вилами. Да. О, тише, стой здесь. Хорошо. С косами есть. Но они очень дорогие с косами. Я не знаю, каких ставить, честно вам скажу. Давайте вот здесь и вот здесь коса. Так. Ну, еще на тачке. Что? Ладно, давайте вот этих затестируем. И можно пару поставить. Кто они вообще такие? Это будет как мясо у нас впереди стоять, вот так. Все, давайте я хочу осмотреться, посмотреть на этих. Ничего себе. Так, а, это прыгуны, смотрите, мелкие, они прыгают, я знаю. Этот с вилами, подожди, как? Почему ты так держишь эти вилы? Эй, ты чего вообще? Что с тобой, чувак? Ладно, все с тобой понятно. Эти в броне соломенные, но с палками. И тут такие с косами. Косы. Отлично. Все, ребята. Давайте начнем. Давайте попробуем победить. Все. Нажимаю старт. И сам понесся смотреть. Давай, давай. Так, прыгуны прыгают. Так. Ну-ка. Давай. Косы. Косите. Нет, походу моим просто хана. Все, просто уничтожат они сейчас. Нет, мои держат еще. Коса давай косит, неплохо ты, смотри. Давай, я победил, ничего себе. Я не ожидал, смотри, этого рыцаря даже меч улетел куда-то. Так, это как обычно смотрит. Какое небо голубое, думает, да? И одновременно дает рыцарю по голове. Своей косой. Хорошо, да. Так, а здесь мои тоже справились и идут на подмогу. Ну, здесь она с косой одна справилась вообще с толпой целой, вот так вот. Круто. Так, нажимаем Tab. Все. Мы победили. Да, подожди, у нас... Что? А, открылась следующая карта. Да, ничего себе. Ничего себе. Так, а кто у нас против меня тут будет? Подожди, это кто такие вообще?
На каких-то балалайках играют. А как вы бить будете, а? Лучники здесь уже. Что? Ребята против меня уже и лучники здесь? Ладно. Подожди, а секретных уже могу использовать? Нет. Не могу еще использовать секретных? Ну да ладно. Пока что только фермеры. Смотрите, у меня есть какая-то тачка. Давайте посмотрим, что это. Ух ты, ничего себе, давай-ка поближе. Ребята, что это за тачка? Здесь какой-то один гигант тянет эту тачку. А на тачке сидит один с вилами и один с помидорами. И он просто трясется. Он жмет газ. Давай, смотри, он газует, получается. Это как будто педаль газа. Нога вот этого чувака с вилами, это для него как педаль с газом. Он газует. И как он представляет, что он едет на мотоцикле. И газует, газует, да. Крутой мотоцикл. Ребята, я не знаю, мне очень хочется уже проверить, что они будут делать. Но у меня есть чуть-чуть деньжат еще. Я поставлю вот этих вот, давайте. Помните, они травят. Так, одного сюда. И у меня еще есть 120. Еще какое-то пугало есть. Так, 120 есть, мы можем поставить. Давайте с вилами. Нет, давайте вот этих. Двух еще вот таких чувачков вот сюда по бокам. Все, давай посмотрим. Вот такая, ребята, у меня команда. На мотоцикле чуваки и двое с отравы и два прыгуна. Против балалайстых. Смотрите, на балалайках играют и лучники. Больше всего я боюсь лучников. Пух, ладно, давайте начнем. Погнали. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, смотри, он быстро как едет. Смотри на этой тачке. Давай, чувак, давай. Я свалился. Нет. Что это было? Так, мои травят. Так, а балалайки что делают? Опа, мои травят. О, все. Да. Это просто была безумная тачка. Это жесть, это просто жесть. Тачку нужно убирать срочно. А давайте... Тачку нужно, знаете, где ставить? В конце, вон там вообще. И здесь, я не знаю, давай убирать этих с травой. Попробуем просто вилы эти наставить. Я не знаю, может вилы вообще сзади. Так, подождите. Тачку поставили спереди все-таки. А сзади вот эти с вилами просто толпу. Вот так. Все, давайте так попробуем. Погнали. Тачка, давай, дави, давай. Водила настоящий. Главное, чтобы не свалился опять. Давай, едь ты сюда, куда ты там едешь? Давай, дави их. Давай, чувак, этот помидорами еще бросается. Ух ты, ребята, вот это у меня водило. Давай. На тачке сейчас всех передает здесь. Лишь бы не свалился в пропасть. Давай, чувак. Я болею за тебя. Нет, его замочили. Ну-ка, мой... Нет, он встал. Он пошел без тачки биться. Смотрите. Подожди, там балалайка валяется, они идут за ним. Бам, все, он утопился. Они идут, прыгают вниз. Смотрите, чувак с балалайкой здесь под водой играет. Это рыбам веселее будет. А эти уже за ним шли. Этот уже нырять собрался. Говорит, я умею сальтуху делать назад. Смотрите, как я ныряю. Да, и вот этот гигант, вообще ты крутой чувак. Ты так на тачке всех подавил. Тачка, главное, что развалилась, вот, колесо отвалилось, он встал и пошел в рукопашку биться. Ну, а этот идет, я не знаю, что он говорит, помидоры, кому помидоры? Дешево помидорчики свежие. Продает, короче. Да, ребят, ладно. Это было реально весело. Мы идем дальше. Так, у меня новая карта. Может, здесь мне посмотреть новых юнитов еще? Сейчас я быстренько облечу эту карту и, может быть, найду здесь новых юнитов. Итак, ребятки, я здесь полетал, и да, я нашел здесь кое-что интересненькое. Смотрите, вот здесь у нас курочки живут, и у них здесь костер, они греются. Это просто прикольно. Здесь нет юнитов, но такой вот прикольненький домик курочек. Дальше идем. Вот здесь, где-то я нашел чувака. Так, смотрите, тут тоже курочка сидит. Да, здесь везде курочки живут, но вот, смотрите, вот проколотый какой-то чувачок. И это, конечно же, будет новый юнит. Кто это? О, Влад. Его зовут Влад.
Ты кто такой вообще? Я не знаю, ребята. Вы знаете Влада? Так, и где-то я еще вот здесь тоже что-то был нашел. Кстати, вот здесь тоже прикольная такая черепушка. Светятся глаза, как терминатора. Вот, вот здесь, смотрите, еще где-то можно было спуститься. А, вот, курочки. И я заглянул сюда, а здесь кое-что тоже лежит. Булавы. Это будет какой-то юнит с булавами, да? Да, да. У него есть булавы, и он какой-то броне. Все, ребята. Походу, здесь больше, ну, по крайней мере, я больше ничего не нашел. Можем начинать битву. А битва у нас будет с рыцарями, и у них теперь есть катапульта. Подтанцовывает, чувак, смотри, опа-опа, ножкой. Танцует, наверное, у него там наушники, и он слушает какую-то крутую музычку. Да, чувак, да. Хорошо. А, кстати, ну-ка нажмем сейчас у меня... Я могу секретных использовать? Пока что не могу. Ладно, но я думаю, в будущем мы все равно их сможем использовать. Пока что мы берем опять фермеров. И я хочу испытать вот это вот какое-то пугало. И... Ну-ка, ух, подожди, какое это пугало? Это, наверное, не пугало. Это этот, с молотами, да? С молотками. Они... Подожди, кто это? Ничего себе! Какой-то летающий юнит-гигант. И у него в руках вороны. Что? Ничего себе! А что он будет делать, ребята? Так, ладно. Что-то, чувствую, будет у нас интересненькое. Хорошо, дадим ему... я не знаю, кого дать. Тачку пока не будем использовать. Давайте. Отрава нет. Давайте эти снопы. Пару здесь поставим. Потом вилы, может, давайте сзади вот так вот выставим. Ну, отравлять мы не будем никого. Наверное, просто вот так вот сделаем. Все. Некрасиво стоит. Убираем. Ладно, два прыгуна еще. Вот здесь поставим. Оп, и вот так. Все, я думаю, мы должны справиться, ребята, вот такой командой. И, кстати, здесь можно же управлять. Можно взять любого юнита и им управлять. Но мне больше нравится, конечно, наблюдать за ими самими, как они тут сражаются сами. Так, смотри, ничего себе, он выпускает этих ворон, и они бьют всех, ничего себе! Ребята, мы просто уничтожаем. Ух ты. Эй, чувак, ты в наушниках который? Что, заряжаешь? Сейчас мы тебе будем ломать твою катапульту. Давай, чуваки, да. Да, мы сделали. Не помогла тебе эта музычка? Ну-ка. Вот этот реально крутой. Вы просто посмотрите. Он выпускал этих ворон. Да он один бы справился здесь. Кстати, я хочу испытать его одного, попробовать. Так. Ладно, у нас новая битва здесь. Против какой-то король, гигант, гигантский король, ребята. Подожди, а это кто такие за колдуны с ним? Ничего себе. Ладно, а давайте мы попробуем выпустить одного своего. Так, ребята, вот этот чувак с воронами. Один. Давайте посмотрим, на что он способен. Один. Погнали. Так, вот это будет сейчас битва. Подожди, смотри, что они делают! Смотри, что они делают своими посохами! Он становится золотым и, наверное, непобедимым, да! Так, давай, выпускай ворон своих, выпускай, чувак! Нет, походу, тебе хана. Да, ничего себе! Этот король ударил своим здоровенным мечом. Ничего себе! Он становится неуязвимым, походу. Ладно, убираем. У нас есть супер оружие. Это вот эти вот тачки, ребята. Безумнейшие тачки. Здесь ворону эту поставим одну. Ух, так. И, наверное, давайте отравляющих поставим по бокам. И кучу вот таких вот. Все, давай. Вот эти тачки, я на них ставлю ставки. Погнали, давай, тачки, давите всех. Да, давай. Колесо отломалось в одной тачке. Давай, мы не сдаемся. Эй, убирайте свои лучи отсюда. Так, дави, чувак, давай, дави их. Молодец, красавчик. Теперь короля осталось. Короля здоровенного гиганта. Давайте, вилочники мои, давайте. Навил его. Давай. Все, нет, что вы делаете? Король живет. Вороны пошли. Давай. Отравили короля этого. Убейте. Давай, своих травим тоже. Короче, всех травим.
Король еще стоит. Вилли, давай, 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 давай. Что у него с мечом? Сзади меч. Смотри, где он держит меч. Давайте его. Так, вороны опять пошли. Да, 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 ребята. Смотрите, это ворон его уничтожил, этот волшебный. Вот они какие летающие. Они безумные. Смотрите в эти безумные глаза. Так, а ты что? А, он тоже смотрит. Они все здесь куда-то смотрят. Какое небо голубое. Ну, а этот вообще не смотрит. У него, смотрите, глаза. Крестики уже. Класс, класс, битва была. Знаете, что нужно сделать? А как-то мне вернуть? Я хочу опять эту же битву. Ладно, давайте другую битву. Я хочу сам. Эй, что за... Я не хотел. Это у нас как бы... Вообще другие уровни пошли. Давайте вернемся к королю. И я хочу попробовать показать вам, поуправлять сам. Все, ребята, я зацепился, я управляю. Я управляю этой тачкой. Уху, погнали, давить всех. Давай, давай, давай. Да, давай всех раздавим здесь. Король. Король, ты меня не бей. Давай, разгон побольше берем. Давай, на. Я на тачке, ребята. Королишку этого, давай. Вставай, вставай, вставай. Эй, как на другого перецепиться? Все, победили. Победили. Опять вороны эти, кстати. Да, вот это безумная тачка, ребята. Это вещь, это реально шикарно. Было гонять на этом мотике. Чуваки эти. Один помидор и один Вилли. Да. Классно, классно было. Отлично. Все, мы их победили. И теперь нас ждут новые сражения. Здесь я могу... Нет, своих секретных юнитов почему-то я все равно не могу. Ну-ка, если мы выйдем в меню. Так. И возьмем компанию, то где я сейчас нахожусь? Смотрите. А, здесь дальше идут, продолжаются. То есть я должен сначала это все пройти. А вот здесь уже... Или где-то... Да, вот здесь я уже потом смогу... испытывать своих секретных юнитов. Пока что только теми, кого мне дают. Вот так вот, ребятки. Ну что ж, на этом на сегодня мы с вами закончим. Мы с вами нашли несколько новых секретных юнитов. Пока что испытать мы их не смогли, но в будущем мы обязательно это сделаем. Также мне очень понравились вот эти крутые чуваки на так называемых мотоциклах. На тачках. Они очень крутые, они безбашенные, просто едут, всех давят. Если они вам понравились так же, то обязательно, ребят, поставьте лайки и не забудьте подписаться на канал Cool Games, ведь еще будет много чего интересного. На этом все, спасибо вам за просмотр, до новых встреч, всем удачи и пока-пока.